Привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Захар Саленко намерен сделать через 2 месяца предложение Лере Фрост, но только в том случае, если она будет вести себя хорошо, соглашаться с ним и не перечить. В недавнем эфире расплакался Сергей Кучеров. Ему тяжело в отношениях с Юлией Ефременковой. Сергей не видит теплоты, нежности и чувствует себя ослом, а не мужчиной. Майя Донцова рассказала о том, как тяжело им живется на острове. Она ложится спать только в 6:00 утра, а подъем уже в 10:30. «Мы устаем», – пишет она, – «не спим нифига, потому что общаться друг с другом намного интереснее, чем спать». Саша Шева съездила в клинику, и оказалось, что девушка не беременна. Денис Ковалев съездил вместе с Сашей, поддерживал ее. Он снова решил дать девушке шанс. Шева рада, верит, что все получится, и говорит о том, что Денис очень нравится ее маме. Ольга Рапунцель грубо отшила новенького Виталия. Она пишет, что не виновата в этой агрессии, просто так проявляется материнский инстинкт. Рапунцель, которая живет по соседству с Иосифом Оганесяном и Сашей Черно, рассказала об их интимной жизни. Волшебство у ребят длится всего 3 минуты, причем виновата в этом Саша, которая не может должным образом возбудить парня. Ольга Бузова отомстила Дмитрию Нагиеву. Как вы помните, около года назад в сеть попала их интимная переписка. Ольга отправляла Нагиеву откровенные фото, напрашивалась на интим, но Дмитрий не ответил взаимностью. И теперь в интервью она обмолвилась о нетрадиционной ориентации Нагиева. Также, по ее мнению, геями являются Киркоров, Билан и Шнуров. Андрей Денисов понял, кем хочет быть в будущем. После проекта он мечтает работать теле- или радиоведущим, вести различные мероприятия и уже сейчас готов принимать заказы. Оказалось, что Вика Романец уже 2 года как колет себе ботокс. Мимические морщины портят ее лицо, и у нее нет другого выхода. Вика уверена, что прибегать к таким процедурам нужно всем, кому исполнилось 25. Маша Кахно отрицает, что между ней и Димой Дмитренко роман. Они просто тепло общаются, поддерживают друг друга, у них тесная духовная связь. Ребята могут разговаривать по нескольку часов. Рита Марсо пожаловалась на проблемы с квартирой. Она уже должна была поселиться в новой квартире, но компания-застройщик не соблюдает сроки. Дом должны были сдать еще в 2016 году. Она просит помощи у подписчиков. Многочисленные пластические операции так и не помогли Егору Халявину. Если у себя в Инстаграм он выглядит очень хорошо, то случайный кадр разбил все иллюзии по этому поводу. Егор опять сильно располнел. Рустам Солнцев опубликовал фотографию со своим другом Геной Джикия. После ухода с Дома-2 он не напоминал о себе в сети. Геннадий счастлив в отношениях, он женился и стал отцом 2 детей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.